Арджуна, здравствуйте. Здравствуйте. Для открытого университета хочу задать несколько вопросов про вашу практику в йоге. И первый из них будет такой: зачем заниматься йогой, как йога влияет на жизнь? Йога влияет позитивно на многие сферы жизни. Начнем с физического тела. Вы получаете тонус, уверенность в теле, то есть кровообращение, все энергии циркулируют намного лучше, чем йогой не заниматься. То есть тело в тонусе, тело бодрое, молодое, крепкое. Плюс психологическая сила развивается, которая не менее важная, чем физическая. Даже, я бы сказал, более важная. Потому что стрессы, разные ситуации, разные вопросы здесь не всегда решают мышцы. Здесь решают ум, собранность, спокойствие, уравновешенность, здравомыслие. Йога дает как тонус в теле, так и спокойствие в уме и психологическую силу и выдержку. Что очень важно не только для бизнесменов, не только для спортсменов, для обычного человека, для студента, для ребенка, для родителя, для всех. Вся сила нужна, как физическая, так и внутренняя, психологическая. Скажите, какие цели на 2018 год вы ставите для себя в плане здоровья? Ну, это как минимум помолодеть хотя бы на год, два, а лучше пять. Не постареть, а стать моложе, бодрее, чище, свободнее. Чтобы было больше энергии, было больше силы, было больше легкости. Йога это дает. Если ей заниматься, то эта цель достижима. Последний вопрос такой. Какая самая полезная часть преподавания для вас? Преподавание йоги? Это здесь много прекрасных моментов. Ты учишься чувствовать людей, чувствовать себя, делиться с ними всем, что знаешь. Когда ты делишься, ты сам наполняешься, получаешь уверенность, получаешь обмен энергиями. Нам очень нравится давать и получать. Также ты видишь, как люди развиваются, становятся более свободными, более гармоничными, сильными, более взрослыми и в то же время более в детство, в юношество, в взрослость, все у них проявляется. Они начинают понимать, что они хотят, и это для меня большое наслаждение, когда я вижу, как после каждой тренировки эти девочки и мальчики, они взрослые и в то же время радостные, в то же время осознанные, мудрые и знают, что они любят и что они хотят. Я вижу, что этим я помогаю им разобраться в себе. Они начинают понимать свои великие качества, свои достоинства. И это помогает мне также разобраться в себе. То есть мы друг другу помогаем. Так что преподавание в йоге несет много плюсов. Я вижу в этом то, что больше свободы даешь, больше получаешь. И дружба, прекрасные отношения – это бесценные вещи. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи. До встречи.